Этот вариант защиты взят из системы Кадочникова. Вы не даете развернуться на опорной ноге противнику, тем самым ставя его в неустойчивое положение, и легким толчком сбиваете его на землю. Работа перед зеркалом является важной составной частью отработки связок ударов в рукопашном бое. Здесь вы сами на себе можете увидеть свои собственные ошибки. Один из этапов работы рукопашника – отработка ударов и связок на боксерских мешках. Здесь вы ставите силу удара, скорость ударов в связке и относительное движение перед противником.